Ребята, сейчас вы увидите просто чумовое бомбовое видео, но это будет чуть позже. Там будет такое событие, к которому я готовился аж целый месяц, и в принципе этим спортом я занимаюсь уже целый месяц. И результаты, я думаю, очень неплохие. Ну, это вы увидите дальше. А сейчас, для начала, я хочу передать привет Саше Груневу. Саня, идем к цели. Все вы его хорошо знаете. Саня сейчас лежит в стационаре, у него сломана рука. Он уже перенес операцию, восстанавливается. Саня, давай, выздоравливай, вставай на ноги. Будем вместе с тобой показывать класс. Мы тебя все очень ждем. Здоровья тебе, мужик. Ребята, всем привет. С вами Сергей Каширин. И сегодня мы находимся около здания клуба Madman Gym. Здесь проходит Кубок России по стритлифтингу, в котором я решил немножечко поучаствовать. Ну что, ребят, все, прошел взвешивание, зарегистрировался, даже вступил в федерацию, подал документы, подал начальные веса первых подходов, начал с малого, полтинчик в подтягиваниях, 85 на брусьях. Жду разминки. Ефимовский Владимир, пожалуйста, заявите вес. Судьи Первомоловска, съезд Первомоловска, вы выходите в свои места. Мы начинаем оборону акции. Судьи Первомоловска. Вес взят. Вес взят. Я вообще со своим весом взял. Победа! Победа справляется с весом 62,5 килограмма. Так, поддержим участника. Второй подход – Шиф Сергей, 55 килограмм на поясе. Уверенно, вес взят. Дает еще одну попытку, но на самом деле по этим правилам это запрещено, но что же делать? Что больше наверняка, вес взят. Двигаемся дальше. Город Назрань. Очень уверенно справляется с весом, а это всего лишь второй подход. Напомню, что все соответствует 72,7 килограмм. Добился только кандидата мастера спорта, а уже показывает такие высокие результаты. А, к сожалению, чуть-чуть не хватило верхней точки. Вот она, мертвая зона. Вес 45 килограмм. Вес 62,5 килограмма. Кашин Сергей. Город Красногорск, Московская область. Да,
фиксирует удачную попытку, а значит норматив кандидата мастера спорта. Поздравляем участника. Так, поддержим участников. Тоже легко справляется 82,5 килограмма. Мастер спорта международного класса. И вот он вырывается вперед. Нехват. Жесткая фиксация. А я напомню, что спонсор соревнований «Спорт и спорт» показал ценный приз для наших атлетов. Ну что, ребята, подтягивания закончили. Я сделал 3 удачные попытки. Максимальный вес 62,5 килограмма, и я уже в КМС по подтягиваниям. Теперь жду брусья. Отдыхаю, не знаю, может быть час, может быть полтора ждать придется. Можно даже сходить в Макдак. Хотя на самом деле это моя мечта, после соревнований пойти и покушать в Макдаке. Очень хочется после 2 недель диет. Чуть-чуть буквально отойдите, чтобы я первый вопрос был видно, хорошо? Спасибо большое. Чуть-чуть отойдите еще, пожалуйста. Стоп, яйца. Так, один из сил еще требуется на второй вопрос. КМС по стритлифтингу взят в категории двоеборья. В принципе, по подтягиваниям КМС выполнил. А по грузям 5 килограмм не хватило до мастера спорта. Вот. Немножечко я облажался на третьей попытке, когда тянул 95. Не проконтролировал ноги, отпустил вес и таз ушел сильно назад. В итоге попытку не засчитали, хотя я, конечно, поднял вес. Но ничего, в августе следующее соревнование. Кубок Восточной Европы. Я планирую на нем быть обязательно. И попробуем уже на мастера спорта международного класса претендовать. Ну все, можно ехать домой. Наконец-то свежий воздух. Это было жестко, ребята. Мы не стали дожидаться с моим оператором приезда суперблогеров. Вайтенко, Спасу Кукотского, Шреддера, они там вроде обещались в 6 часов приехать и устроить зарубу между собой. Они, честно говоря, задолбали этими между собойчиками. Вон мужики приехали, даже женщины приехали и соревновались в общей массе. Чё там выдумывать? Надо приезжать и соревноваться вместе со всеми. А я погнал в Макдональдс.